Смоленской иконы пусть скорбь молитва звучит как нота. Погибших не тысячи, их миллионы, помолимся вместе о душах солдат. Славе не так далеко от отчизны родной. Никто из ушедших не думал о славе, и просто хотелось вернуться домой. Пусть плачут о них поминальные свечи, ведь жизнь не прокрутишь, как пленку назад. Долгу перед ними живые навечно, помолимся вместе о душах солдат. За братьев, за старших, погибших в Афгане, чьи смерти сейчас говорят ни к чему. Кого иначе, как в черном тюльпане, запаянных цинк доставляли в страну. За младших братишек, убитых в Чеченске, за тех, кто сейчас умирает от ран. Свой взор обратим на икону Смоленской, заступницу русских солдат-христиан. Пусть плачут они, поминальные свечи, ведь жизнь не прокрутишь, как пленку назад. Долгу перед ними живые навечно, помолимся вместе о душах солдат. Пусть плачут о них поминальные свечи, ведь жизнь не прокрутишь, как пленку назад. Долгу перед ними живые навечно, помолимся вместе о душах солдат. Пусть плачут о них поминальные свечи, ведь жизнь не прокрутишь, как пленку назад. Долгу перед ними живые навечно, помолимся вместе о душах солдат.